ГТО – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Так в IT-лицее КФУ прошла церемония открытия фестиваля Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который включал в себя выступления творческих коллективов и напутствие высоких гостей, в числе которых были замминистра обороны России Николай Панков, помощник президента Республики Татарстан Равиль Муратов и другие. В этом году фестиваль проводился среди юноармейских отрядов и включал в себя множество испытаний, проводимых под надзором судейской коллегии. Решение Владимира Владимировича Путина, нашего президента, возобновить, реанимировать подзабытый наш спортивный комплекс. Я думаю, что он выполняет свою функцию. Это целая система физкультурно-спортивного воспитания молодежи прежде всего, ну и всего населения. Потому что 11 ступеней задействованы все. Вот с 1 января 2017 года будут все приступят к выполнению все население нашей страны. Поэтому я считаю, что это правильное решение руководства нашей страны. Юные любители спорта продемонстрировали свои умения в таких дисциплинах, как отжимания, подтягивания, прыжки в длину и наклоны. Участники соревнований подтвердили свою готовность к труду и обороне. На данный момент уровень подготовки достаточно приемлем. Ребятки занимаются спортом, это видно. Видно, что кадеты, видно, что любят спорт. Поэтому я думаю, что борьба будет очень интересная, насыщенная. Ну и с победителями будем, наверное, выяснять их долго, потому что многие уже выполняют нормативы более чем на золотой знак отличия, поэтому уже будем смотреть их результаты. Дмитрий Извинский, Роман Самарин, Универньюз.